Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас хочу рассказать вам про, для меня всегда проблема, майскую коробочку L-Box. И сразу хочу сказать, если вы будете заказывать июньскую коробочку, то в комментариях к заказу напишите, можете написать мой никнейм Катрина Берри, и вам в коробочку положат дополнительный продукт, то есть такой вот небольшой бонус от меня и L-бокса. Вот, ну а теперь приступим к самому обзору. Достаточно мне порадовала эта коробочка, потому что она показалась, вот я когда только открыла, посмотрела, что за продукты, она мне показалась очень цельной, потому что зачастую коробочки бывают там, не знаю, лак, там для лица что-нибудь, для ног что-нибудь, для спины, подмышки, для чего-нибудь еще. А тут как бы она такая цельная, то есть как бы продукты для ванны, много продуктов, продукты там для лица, то есть как бы она такая, ну не знаю, какая-то, ну вот цельная, вот по-другому не сказать. Так, значит, давайте начнем. Лак из коллекции Provence Dance Legend, такой вот марка лаков, очень распространенная, хорошо держится, хорошее нанесение, тут даже вот нарисована подсветка кисти. Ну вот, не знаю уж, я, честно говоря, не пробовала, а, вот, там фонарик есть. Но такой вот цвет лака, ну, я просто вот шеллак, и как бы это мое все, френч шеллаком как бы пока, а, вот тут кнопочка, я, честно говоря, даже так как лаками не пользуюсь, как тут, так, сейчас она вот все мимо уже начинает капать, тут, в общем, нажимать надо, очевидно, и она подсвечивается. Не буду сейчас время эфира, скажем так, тратить. Достаточно интересная такая новинка. Пробовала я давно еще эти лаки, когда шеллак у меня не шелачился, скажем так. И, в принципе, они мне нравились. Вот, такие хорошие, хорошие лаки, что-то я их криво закрыла. В общем, просто цвет такой достаточно немой. Это вот скорее такой топ разноцветный. Тут такие голубые и розовые блестки. Ну, не блестки, а такие как бы, ну, блестки, точки, они не совсем блестят. То есть не очень моя тема, но лаки хорошие. Вот к чему я веду. Так, дальше. Так, все. Сейчас я, как всегда, затягиваю все. Освежающая маска с экстрактом ростков крест-салата. Марка Анна Лотан. Лотан, я не знаю этой марки, к своему позору. Такой вот тюбичек нам положили. Близко не покажу, потому что не фокусирует у меня этот фотоаппарат. Зато вам нравится качество. Но, к сожалению, звук достаточно тихий, я и так пытаюсь орать. Так, маска приятно освежает кожу лица и насыщает ее микроэлементами. Компоненты ростков крест-салата оказывают успокаивающее действие на кожу. Масло карите и масло моркови смягчает и разглаживает кожу, не содержит парабенов. Нанесите на 15-20 минут, остатки промокните салфеткой. 70 мл, 1150 рублей. Первый раз столкнулась с такой маской, она мне чем-то напомнила маску от Organic Surge, которая, по идее, она как бы маска, то есть как бы вы нанесли, промокнули и все, или смыли, но в то же время ее можно нанести, допустим, на ночь, как крем, и будет тоже хороший эффект, и я именно как крем на ночь ею и пользуюсь, мне очень нравится она. И вот это, мне кажется, из той же серии, потому что я ее намазала на лицо, я ее даже не промокала, она достаточно быстро впиталась, такой густой белый крем, грубо говоря, как всегда все падает. Очень приятно пахнет, и кожа такая вот, ну, не знаю, она впитывает очень быстро. Может, либо это свойство такой маски, либо кожа сухая, либо все в одном. И, в общем, мне понравилось, что она впитала, мне ничего не пришлось промакивать. То есть, в общем, короче, как крем. То есть и на ночь я ее потом нанесла, и мне нельзя сказать, что она прямо как-то выровняла тон кожи, еще что-то. Но вот по гладкости кожи и по такой напитанности, да, я заметила результат. Ну, даже вот такого маленького было достаточно. Дальше туалетная вода, Сиба и Хлоя, такая вот. Честно говоря, уже, ну, я пробовала этот аромат, не мое, как бы подушки, наверное, отдам. Герлен, тональное средство Pur de Lumière. Так, оно было у нас в таком вот, в брошюрке. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 оттенков. То есть
на все случаи жизни. Само средство, оно было в оттенке представлено 03 Beige Natural, то есть это вторая полосочка, достаточно самый, ну, один из самых светлых, но оно мне все равно было темное. Я нанесла, честно говоря, даже на лицо я не наносила, но потому что, ну, это бессмысленно, просто ради того, чтобы попробовать, посмотреть, да, темное и все. Я нанесла на руку. И мне понравился такой сатиновый, такой приятный эффект, но оно темное, поэтому я не могу ничего сказать, как оно носится на лице, как оно долго держится, скатывается, не скатывается, потому что темный оттенок. Что нам пишут? Эмульсия с восхитительной легкой текстурой, да, действительно она... Дарит продолжительное увлажнение нормальной и сухой кожи, цвет лица становится идеально ровным и гладким, лицо озаряется сиянием. Наносите средство, растушевывая кончиками пальцев от центра лица к контурам и шеи. Для точности нанесения и воздушной легкости результата используйте кисточку. Ну, в общем, да, вот такое вот мнение. Масло для ванны от марки Knaip. Я, честно говоря, тоже вот такие продукты новенькие, я даже не знала. Очень большая увесистая банка, очень такая прямо, прямо такая увесистая, убить можно в переулке кого-нибудь. Масло для ванны содержит высокую концентрацию ценных эфирных масел, аромат расслабляет, дарит покой и гармонию, поднимает настроение, восстанавливает силы и энергию, идеальный выбор после интенсивных нагрузок и трудового дня. Оно тут, я не знаю, добавьте масло в ванну с температурой воды 37-38, я не мерю никогда, чем мерить-то даже, кстати. Длительность процедуры 15-20 минут, ну, средний прием ванны. Я не пробовала. Но оно мне очень напоминает, у нас в Таиланде давали такие, ставили у нас там и ванны, и душ было, не знаю, зачем ванна на курорте, ну, может, у кого нет дома ванны. Короче, я не поняла фишку, что у нас есть ванна в номере, мы ею не пользовались. У нас ставили от Lemongrass House такие вот пузырьки для этой ванны. Я два пузырька, так как не пользовалась ванной, но хотела попробовать Lemongrass House, как бы, что ж, я не возьму, что ли. Естественно, я взяла, и дома я попробовала. Запах аналогичный, и я думаю, что и действие аналогичное. И даже цвет такой же, какой-то лазурно-голубо-фиолетово-синий какой-то, такой непонятный цвет. И запах такой же абсолютно. Очень хороший, вот... Lemongrass House, отличная просто, пенится шикарно, небольшое количество, ну, вылить надо. И кожа, вот ты лежишь в этой ванне, и просто вот, вот она гладкая, она гладкая. И ты когда выходишь, смываешь, она прямо такая гладкая и пахнет очень вкусно. Я думаю, что это та же фигня из той же серии, поэтому я спокойно буду ею пользоваться и доставлять себе этим удовольствие. Дальше в пару к нему идет, тоже я не попробовала, просто у меня не было времени, честно говоря, принять ванну, вот как-то так. Тоже этот Knaip, если я правильно называю, Knaip, может быть, кристаллы для ванны. Кристаллы для ванны, но я так понимаю, что это просто соль, давайте, я даже не открывала, давайте откроем. Так. Ну да, как соль практически выглядит, пахнет таким, типа хвоя. Ну, тут она нарисована как бы такая ваниль на фоне чего-то фиолетового, а тут у меня с календулой. Кристаллы для ванны оказывают успокоительное воздействие на нервную систему, облегчают симптомы простуды или аллергии. Ну, вот с календулой это вообще круто. Нежный аромат снимает стресс после напряженного дня, нормализует работу нервной системы, улучшает обменные процессы в организме. В общем, вот эти две штуки, я жду не дождусь, когда у меня выпадет время, чтобы принять ванну, я их выбухаю и буду радоваться жизни. Дальше. От марки Greenland гель для душа. То есть, видите, как бы такая цельная, целая для ванны, три штуки. Гель для душа из коллекции Fruit Emotion. Широкий диапазон фруктовых эмоций, вызывающий истинное наслаждение, комбинация эфирных масел оказывает особое воздействие на кожу и благотворно влияет на эмоциональное состояние. Окунитесь в заманчивый мир спа. Честно говоря, вот это гель для душа, как гель для душа. Я бы не сказала, что что-то особенное, этот у меня с папайей и лимоном. Пахнет вкусно, пенится хорошо, то есть помыться, удовольствие получить и как бы, ну, не более, ну, то есть нормальный, обычный, среднестатистический как бы гель для душа. Вот, всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь и не забудьте при заказе указать мое Катрина Берри. Вам положат шестой продукт в подарок. Все, всем спасибо, всем пока-пока.